Сотрудники МЧС России спасли охотников, попавших в снежный плен в Приморском крае. Спасательная операция развернулась в 15 километрах от поселка Щербаковка в Ольгинском районе. Спасатели на вертолете Ми-8 вылетели к месту, где помогли выбраться 5 охотникам и их 3 собакам. Из-за отсутствия вертолетной площадки эвакуация проводилась с воздуха. Мужчины и их питомцы были подняты на воздушное судно при помощи спасательной корзины и доставлены в ближайший поселок. Медицинская помощь им не потребовалась. Жизням и здоровью людей ничего не угрожает. Не посмотрели прогноз, думали, снег небольшой будет, и никуда не собирались, остались там. Ну, утром проснулись и поняли, что уже на машине мы никуда не выйдем. Следующие сутки нам нанесло еще больше снега. Хотели выйти пешком, ну попробовали лопатой копать. За 6 часов мы прокопали 2 километра, то есть выходить было тяжело. Лыж нету, снегоступов тоже нет. Снег мягкий сверху, внизу плотный. Идти тяжело. Спасатели молодцы, спасибо большое. Кроме того, в краевую больницу Ольгинского района сотрудники МЧС России доставили хлеб и топливо для генератора. Электроснабжение населенных пунктов Ольгинского округа восстановлено полностью. В ряде сел ремонтные работы продолжаются, однако обесточенных территорий уже не осталось. МЧС продолжает оказывать всестороннюю помощь приморцам, пострадавшим в результате прохождения циклона.